Супруга президента США Мишель Обама продолжает вносить свой вклад в борьбу с одной из главных напастей американцев – лишним весом. Первая леди страны выпускает музыкальный альбом в стиле хип-хоп. По замыслу автора, диск с ритмичной музыкой призван заставить молодых людей больше двигаться, а значит и не полнеть. Среди исполнителей наиболее популярные музыканты этого направления. Впрочем, если кто-то из покупателей альбома надеется услышать, как поет Мишель Обама, его ждет разочарование. Первая леди страны лишь несколько раз появляется в видеороликах.